Добрый день, дорогие друзья! Всем добрый день! С вами Оксана Смолярова и Катя Завьялова. И сегодня мы хотим с Катюшей пригласить вас на новый бомбический флешмоб, который называется «Гуси-лебеди». Этот флешмоб направлен на помощь нашим деткам. Сейчас вы знаете, какая нелегкая обстановка у нас во всем мире, и каждый с этим борется или принимает по мере своей возможности. Но мы с Катюшей решили помочь всем желающим родителям, помочь своим детям, да, помочь, да, то есть помощь. Почему «Гуси-лебеди»? Эта сказка, как никакая другая, подходит именно под эту, под наш флешмоб. Гуси-лебеди – это две птицы, они как бы разные, да, а гуси что? Это те гуси, которые ходят с нами, они живут среди нас, мы с ними общаемся, а лебеди – это такая загадочная птица, феерическая, она такая красивая, недостижимая. Это вроде бы и похожие птицы, но они абсолютно разные. И вот птица-гусь – это наше настоящее время, вот наш физический мир. А птица-лебедь олицетворяет собой мир Нави, то есть загадочный, потусторонний мир. И вот сказка «Гуси-лебеди» именно говорит о том, что наших детей похищают из реальности и вытягивают непонятно куда, в мир какой-то нереальный. И вот наша задача – научиться противостоять этому, не дать своих детей затянуть туда, куда, мы не, куда им не надо. На флешмобе мы более подробно расскажем, куда, как и что это происходит. И еще такой момент. Куда потянули гуси-лебеди? Да, к Бабе-Яге. Вот Баба-Яга – это как раз кто занимается сказками и понимает, что такое эзотерическое. Это мало того, что это ведающая мать. Но в этой сказке она как раз вот олицетворяет, она живет на границе мира Нави и Яви. И гуси-лебеди притянули мальчика туда. Для чего? Для того, чтобы Баба-Яга помогла этому ребенку уйти в другой мир. Но Баба-Яга в этой сказке, кстати, оказывается, она очень добрая, поэтому она не дала этому произойти. И вот наша задача с вами не дать произойти тому, что хотят гуси-лебеди. Это очень классный образ, но более детально мы расскажем на флешмобе. Что ты так вот рассказала, нереально классно, я заслушалась тебя просто, и действительно... Оксаночка рассказала все, флешмоб, вот заслушалась, не помню, сказала или нет, безоплатный. Приходите абсолютно все, подготовить себя и подготовить ваших детей к новому учебному году. Мы будем работать с шишковидной железой, потому что практически у каждого ребенка, ну, через соцсети, через сеть интернет, через вышки, через лазерное чипирование, сканирование, фотографирование, когда вы делаете паспорта, когда вы делаете любые другие документы. Сейчас настолько технологии шагнули вперед, и мы об этом даже не знаем. Опять же, на флешмобе расскажем подробней. Но есть такая информация, что она как бы подтверждена, что детки наши, к сожалению, да, получают на клетку, на свою определенного рода уровня информацию. И, ну, воздействие психотропное, можно даже так сказать, да, да, вы сами прекрасно знаете, посмотри любой фильм, тяжелый, неприятный сценарий, и у ребенка начинает прокручиваться в голове определенная информационная ветка реальности. И вот мы на флешмобе даем, ну, информацию, конечно, более подробную и практику, как вам убрать всю негативную информацию с клетки ребенка, как защитить и как периодически делать быструю практику для того, чтобы вы и ваши дети были в безопасности. Итак, до встречи 16 августа в 9:00. Безоплатный флешмоб. Ссылка будет присылаться по вашей заявке. Поэтому ждем от вас сообщений. До встречи. До встречи.